Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, это реакция на ГГ-шоу, четвертая серия, я влюбился. Пикап-мастер у нас сегодня здесь в главных ролях, посмотрим, оценим. Зона и День сурка мне особо не вкатили. Посмотрим, что интересного в искусстве обольщения и вообще... Как покажет себя главный герой, хорошо ли он отыграет. Мы сегодня оценим актерскую игру, съемку, как снято все и так далее. Ну, короче, вы поняли, давайте. Ну и, собственно, юмор, наверное, если он тут есть. Тишина. Стоп. В наше время, несмотря на интернет и прочие гаджеты, тысячи мужчин до сих пор боятся подойти к девушке и познакомиться. Да, есть такая тема. А если и подходят, то делают массу ошибок. Козёл! Говорят, не те слова. Но тема интересная. Общаются параллельно с двумя, то есть... В общем, парням приходится очень тяжело. И бывает очень много моментов, когда все испытывают испанский стыд за сильную половину человечества. Ну, по чуваку, в принципе, в не скажешь, что он боится. В игру вступаю я. Ведь я знаю все в искусстве обольщения. Я мастер пикапа. Это как Хич, в общем, в фильме «Метод Хича». Я влюбился в одну девушку. Ну, смотри. Не знаю, как ей об этом сказать. Кстати, вон она там стоит. У вас отличный вкус. Вы правда так считаете? Вы первый человек, который так считает. Да, она действительно красивая. А вы уже делали первые шажочки к вашей любви? Вы же понимаете, то, что у нас разные социальные классы и все. Дружок мой, запомните, у любви нет разных классов. Нет возраста, нет границ. У любви главное что? Чувство, понимаете? Я тоже так считаю, что человек без определенного места жительства тоже имеет право на любовь. Вот он похож на чувака, подождите, который боится подойти к девушке. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я про свою возлюбленную? Да, она роется в мусорке. Да, у нее нет дома. Да, от него нет дохлой крысы, но она такой же человек, как и все. Да. И вон там бомжиха, что ли? Не называйте ее бомжихой. А вдруг она моя будущая жена? Надеюсь. Иди да нахуй. Ты что, гонишь, что ли? Вы же только что говорили, то, что самое главное – это чувство. Какое, блядь, чувство? Чувство голода? Или чувство похмелья? Эй, я в этой херне участвовать не буду. Сам вывози, понял? Вы не понимаете, я вам заплачу любую сумму. У любви нет границ. И пускай у нее нет постоянного места жительства, она, ну, ходит туда, ходит сюда, некая кочевница. Но в первую очередь, она, ну, она женщина. Ты видел ее? Естественно, маникюр. Да-да. Нужно начать с удивления. Женщины любят непредсказуемость, поэтому... Блин, обожаю, как он играет вообще. Удиви. Ростислав, по-моему, да? Топчик. Это вам. Ты чё, сука? Это мой баг! Ну ладно. Давай по-другому. Женщины... Женщины, они ведь любят ушами. Ты должен спеть ей серенаду. Это точно сработает. And I know, 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 and I know. I know I'm not the only one. Эта песня для вас. Дай-ка! Держите. О, гитарка. Надеюсь, она была уже... Ну, как хотя раз нет. Дров не было, а? Я понял. Ты должен показать ей уверенность в себе. Ты должен быть альфа-самцом. О-о-о-о! Неким
Тарзаном. Эй, бомжиха! Падай в машину. Куни. Чё? Да, не сегодня. А сегодня я предлагаю застать её врасплох. Женщины в этот момент сильно уязвимы и легче идут на контакт. А? Угадай, кто? Ты чё, тупой, что ли? Лучше бумагу подай! Вот же сука! Все, мне это надоело. Настало время козырей. Подари ей айфон. Ага. Это вам. Это что? Ну, айфон, телефон такой. Эй, я знаю! Нахера мне восьмой? Эй, я, конечно, бомжиха, да? Ну, не до такой же степени. Вот иксар, тема. Бально. Да уж. Даже у меня седьмой айфон. Короче, так. Забирай свои бабки и вали отсюда. Я умываю руки, в отличие от твоей возлюбленной. У вас ничего не получится, потому что она бомжиха, а ты мне конченый. Называй ее бомжихой. Пошел нахер отсюда. Пошел. У вас ничего не получится, потому что ты дебил. Сейчас ты можешь взять и посмотреть уже следующий выпуск ГГ-шоу. Надо просто перейти по ссылке в описании, и ты попадешь на iTube. О, молодец! Вот красавчик, уже сделал? Так, ребятки, вот Ростислав хорошо отыгрывает. И, как по мне, опять же, главный герой здесь он. Ну, его даже больше было как-то, и у него, собственно, больше реплик и так далее. А два других, вот Чингис и так Чулпан, по-моему, как ее зовут, я точно не помню, они как будто, ну, просто второстепенные роли отыгрывают. Причем, как отыгрывает девушка, мне тоже особо не вкатило, ну, Айпери, простите, вот. Что-то как-то... Испанский стыд какой-то я испытывал, когда она начала говорить, выдавливать из себя слова. Ну, понятное дело, типа, какой-то образ у нее такой был. Но мне кажется, не обязательно было так прям давить слова из себя. Ну, по сути, вот сам чувачок, который был неуверенный и так далее... Ну, вот на него смотришь и видишь как раз-таки этого чувака неуверенного. Но, опять же, повторюсь, для меня он
не был главным героем. Не знаю, как вам вообще, пишите в комментариях. По поводу этой идеи, в принципе, неплохо. Ну, то есть, я опять же повторюсь, напоминал метод Хищи фильм и другие прочие там вайны какие-то и так далее по искусству обольщения, пикап-мастер и так далее, но как будто бы либо слабо, короче, раскрыто, либо, ну, до конца, конечно, но слабовато чуть-чуть. Я не скажу, что прям пробивал на ха-ха. Опять же, вот, ну, первая серия, которая была в «Восстании хейтеров», почему-то меня прям вообще порадовало. А дальше что-то как-то все слабо-слабо. Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.